Во Владивостоке на набережной спортивной гавани состоялось торжественное открытие современного скейт-парка. Площадка является одной из крупнейших на Дальнем Востоке. Она состоит из двух полноценных зон для катания – боула, бетонного бассейна и стрит-плазы площадки, имитирующие уличные препятствия общей площадью 1250 квадратных метров. Мы вместе с компанией «Самолет», вместе с фондом поддержки олимпийских видов спорта открываем площадку для экстремальных видов спорта здесь, за моей спиной, на набережной спортивной гавани. Здесь найдется место многим. Мы приняли решение о том, что мы продолжим развивать эту площадку уже в следующем сезоне. Мы организуем памп-трек. Ну вот памп-треком будут пользоваться ребята самокатчики. Уверен, что там найдется место беговелам. Но основное место, конечно, займут роллеры. Опробовать новое пространство пришли как профессиональные, так и юные райдеры. Мастера экстремальных видов спорта продемонстрировали трюки на скейтбордах, BMX-велосипедах, беговелах, роликах и самокатах. Отметим, инфраструктура парка позволяет проводить соревнования международного уровня. На территории также есть специальные секции для олимпийских дисциплин – парк и улица. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.